Так, это Юпитер 11 сентября 2021 года. В Харькове, по крайней мере. 20:50 по Киеву в Харькове. В общем-то, выбежал я поснимать Луну. Ну, Юпитер меня так впечатлил, в том смысле, что экваториальные полосы я вижу, уменьшаю выдержку, полосы видны четче, спутники тускнее, да? Да, видимо, я снимал. Когда Луну снимал, получилось какое-то окно прореха в дымке облаков, было очень четко видно. Сейчас все-таки похуже. 611 миллионов километров до Юпитера. Ну а спутники идут в такой последовательности. Сначала Ио, потом Европа, потом Каллиста. Отставить Ганимед и Каллиста. ИСО-400. Сейчас попробую еще резкостью поиграться. Из-за этого дрожания совершенно не вижу в реальном времени результатов. Регулирование резкости. Хорошо, пошли на Сатурн. Опять дубли будут по 20 минут. С ИСО-400 мы должны Сатурн увидеть запросто, уже вижу его. Шестьсот одиннадцать миллионов километров до Юпитера и 1 миллиард 300. Ну, не хочу врать, по-моему, 70 уже, 69 миллионов километров до. Сатурна. Да, и когда я снимал предыдущий дубль на ИСО 1600, я видел ниже Сатурна Титан. Только сегодня в комментариях кто-то спрашивал, можно ли спутники Сатурна увидеть. Ну, в окуляр-то я их вижу, по крайней мере, Титан. Слушай, я даже кольцо вижу на фоне ядра Юпитера, на фоне самой планеты. Очертания, надо же. Хорошо. Может, сейчас я сниму хотя бы ради спутника с завышенным ИСО. Представляешь, даже не поднимаю, не поднимаю камеру, то есть примерно на одном расстоянии. Ну вот сейчас угловая над горизонтом Сатурна и Юпитер. Вот он наш замечательный. Так, 20:54 по Киеву в Харькове. 11 сентября 2021 год. Сейчас буду дубля на более высоком ИСО делать.